Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрица в теле». Меня зовут Кристина. Меня зовут Света. Мы две сестры, и мы вместе худеем. Немножечко мы уже сбросили. Сегодня опять хорошая теплая погода. С утра еще ветерочек, немножко прохладно. Поэтому Светка, Светочка. Да, Светка, ты меня всю жизнь Светка называла. В куртке. Но я же выросла, теперь я по-другому не заедаюсь тебе уже. Это я Светка, когда заедалась, говорила. И нам такой вопросик задает Май-Май. Света, тебе очень идет цвет волос. Какой краской ты окрашивалась? У меня никак не получается такой цвет. Ой, спасибо большое. Я красилась парикмахерская, она мне вначале осветляла, потом делала покраску. Я цвет даже не знаю, как это называется. Но у нас есть ролик, там все было показано. Да, да. Степень осветления, покраски. Как-то так. Сама, когда крашусь, у меня тоже не получается. Да, мы раньше студентками долгое время выкрашивались белый цвет обе. И все равно дома получается такой желтоватый оттенок. Да. Как бы потом оттеночными шампунями не мажешься, все равно так хорошо осветляют только в парикмахерской. Конечно, надо денег хороших заплатить за это, но зато там действительно красивый цвет сделают. Да. Иногда можно скопить. Я тоже, бывает, раз в 3 месяца милирование делаю, но зато я подкоплю деньги. Ну, хотя бы первый раз, потом уже как-то поменьше все равно будет. Они не делают милирование, потом его окрасят, чтобы был красивый такой пепельный оттенок. Елена нам еще пишет. Кристинка, я за гречку, но без масла, сахара, молока. 134 килокалории в 100 граммах. Есть и без соли. С утреца кашку в прикуску с кусочком сыра, вот и подсолили. Ням-ням. А я гречку и ела все время без масла и без молока, без сахара. Просто, может, люди думают, что я все это туда складывала, все эти ингредиенты. Поэтому мне обычно пишут, что не надо есть геркулес, там нет, не надо рис есть, не надо гречку. Что сейчас мне еще написали? И помню. Да. Гречка на молочке с маслицем. Вкуснятина. Ну, мы кушаем уже без масла и молока. Очень давно. Ну, вот сыром, правда, вкусно. Он добавляет такой сливочный вкус. И на завтрак очень вкусно, конечно, гречечка. Да надо будет завтра, наверное, сделать. Вы мне разогнали аппетит. А сейчас пойдем заниматься спортом на площадочку, пока людей нет. Да. Побежали. На завтрак по пачке творога и 1 помидор. На завтрак у меня 2 сырника, 3 чернослива и 1 киви. На обед у нас с Кристиной по 1 вареному яйцу и по салатику свежих овощей. Дорогие наши друзья,
мы сегодня сели со Светланой на диету питьевую, водную, как ее еще там называют, я не помню. Куча у нее названий очень. Но она не такая, что просто пьешь одну воду. Ты просто кушаешь, ну, заранее, за час до еды пьешь 2 стакана воды. Да, 2 больших стакана воды. Ну, можно и 200-граммовые, можно 300. Чем больше, тем лучше. И ее принцип, что нужно выпивать вот именно за полчаса до еды эти 2 стакана. И даже перед перекусом. Вот даже если вы захотели съесть вдруг яйцо, вы проголодались, какой-то перекус, вы должны опять 2 стакана воды выпить. И смысл в том, что ты представишь, что ты эти 2 стакана пьешь, и тебе надо только тогда съесть этот кусочек, и ты передумаешь. Аппетит пропадает, да, сразу? И надо только при этом условии это яблоко съесть. И если будет 5 приемов пищи, вот представляете, сколько надо воды выпить. Я сегодня на завтрак 1 стакан хорошо пошел, а 2 уже пришлось запихивать. У тебя как? У меня нормально всегда идет. Я 2 стакана утром пью. Потом я в течение дня я не пью по 2 стакана, я по 1 стакану теплую пью. Теплую надо обязательно. Смотрите, теплую пить, это чтобы чистился все, весь организм. А многие советуют, наоборот, холодную. Это немножко разделяются мнения. Холодная это для того, кто хочет как будто бы сильнее, чтобы было жиросжигание. Тратит организм, чтобы его согреть вначале. Ну, там много разных процессов пишут. Ну, вы поняли наш принцип, что мы теперь для того, чтобы не набрать на все эти праздники, потому что мы будем есть шашлык на 1-е число, может, да, 1-е или 2-е. Жарить будем. Потом пойдем в парк на карусели, мы вдруг, может быть, по мороженым съедим. По обязательно. Но нам надо будет, мы возьмем, будем брать себе везде с собой воду. И чтобы не набрать за все эти праздники, мы прямо долго, может быть, до самого 9-го числа и будем на этой диете питьевой сидеть. Ну, чтобы не набрать, мы не то, что хотим похудеть, нам главное лишь бы уже не набрать за все эти праздники вес. Начинается лето, поставили уже самокаты на прокат. Девочки, еще пару вопросиков. Наталья пишет: сестренки, каждый вечер прихожу с работы, накладываю себе тарелку еды и смотрю, как вы занимаетесь. Думаю, сейчас поем и тоже пойду, ногами помашу и не иду. Бывает. И такой вопрос. Часто вижу дочку Светы на канале, а у Кристины есть дети? Может быть, проглядела? Нет, вы навряд ли проглядели, просто я в самом начале показывала. Взрослая уже. Да, она взрослая, живет в Воркуте вместе с парнем, женихом, они собираются пожениться. Я немножечко маленькие кусочки отрывки в видео вставляла. Она привет посылала, когда снега огромные у них 2-метровые лежали, и она нам присылала привет. Как там сейчас погода? То тает, то опять снежочек. Еще в шапках, наверное, да? Хоть? Да, конечно, там холодно еще очень. Еще следующий вопросик нам задает Агния. Молодцы, а как вес удержать, когда своих результатов достигнете? Будем следить друг за другом. Даже дома, да? Когда мы отдельно друг от друга живем. Ну, будем самоконтролем заниматься, а также вместе ходить. И спортом все равно будем заниматься, минимум 3 раза в неделю.
Это обязательно. А если не серьезным прям таким спортом, то каждый сам у себя дома, если плохая погода, по 15 раз поприседаем, по пресс покачаем. Это несложно, оказывается, совершенно делать. Да. Это, на это все вообще 5 минут только уходит, чтобы хоть чуть-чуть мышцы в тонусе. Ну и перед сном самое главное не есть, не зажраться. Да? Да. Будем пытаться себя держать в руках. Самое главное, мы забыли сказать про эту диету. Что многие люди могут подумать, что теперь можно все есть подряд. Нет, тортики, это все нельзя будет. Вкусняшечки нельзя есть наши любимые. Объедаться тоже нельзя. Все по минимуму, как вот обычно кушаем. Да, все так же ограничения. Не едим после 7 вечера. А то не подействует эта водичка, вообще не подействует. Да, легкая еда, всего 3 приема пищи, 2 перекуса. Да. И не печеньками. Да. Все только полезная еда, и перед этой полезной едой за полчаса выпиваем 2 стакана воды. И тогда будет эффект. Ну, мы надеемся на это. Да, мы просто думали, что как бы все и так это знают, но мы решили уточнить на всякий случай. Ну, да. Потому что если я, бывает, подружкам показываю свой ролик, они спрашивают, а интервальное голодание, значит, до 4-5 вечера можно есть все подряд, даже торты и пирожные, все, а потом до утра ничего просто не есть, после 6 и все, после 5. Я говорю, нет, конечно, вы что? Вы не поняли суть диеты. Ну вот, в общем, будем соблюдать. Так что мы уже с сегодняшнего дня воду эту понахлебались. Светочка, как ты пила водичку сегодня? Ой, уже под конец не ездит, конечно. Просто уже сейчас вечер. Нет, ну я такой водохлёб. Я тоже люблю воду, но сейчас что-то... Ну, второй стакан очень тяжело, конечно. Вот если практически, ну, хоть и медленно его пьешь, но очень-очень тяжело второй стакан лезть. Да. Но зато потом и меньше кушать хочется после этих 2 стаканов воды. Через полчаса не так есть хочется. Да. Но будем теперь пить... Что делать? На ужин я буду есть котлету из говядины и овощи. Капуста белокочанная, пол помидора и редис. 14 400 шагов. Дорогие девочки, поздравляем вас с днем танца! Мы желаем вам счастья, любви, удачи во всем и добиться того веса, которого вы хотели. И стройной фигурки.